Всем привет, ребята. Подходит к концу наш марафон по ширпокейсам. Сегодня у нас уже 29-й выпуск, завтра 30-й. И завтра мы будем с вами делать сочные контракты на все то, что выпало за последние, там, по-моему, у нас 10 выпусков. Вот. Поэтому, если 1 числа, 1 ноября будет проходить розыгрыш, будут разыгрываться три скина, соответственно, будет три победителя. И чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно будет быть подписчиком канала, поставить лайк под видео, которое ссылка будет в описании, и непосредственно написать комментарий, что вы выполнили все эти два условия, что вы подписчик и поставили лайк. Единственный нюанс, единственный момент, ваш профиль должен быть открытый. Поэтому, если вы боитесь за свои какие-то данные, еще там за что-то, 1 числа, 1 ноября открываете свой профиль, после розыгрыша снова можете его закрыть, то есть получить свой приз и радоваться. Потому что если профиль ваш будет закрытый, мне сайт покажет, что профиль ваш закрытый, вы там не подписчик, то я не смогу, соответственно, выдать вам приз. Это будет обидно, печально. Условия, но тем не менее, условия я нарушать не собираюсь. Вот. Ну что, а мы пока начинаем опять мучить ширпокейсы. Посмотрим, как сегодня сайт вообще будет нам что давать. Так, колесико у меня есть, одна прокруточка. Глянем, что там сейчас выпадет. Да неужели ты на камеру крутишься? Скин какой-то выпал. Что, пополнять надо или что? Доступное при минимальном пополнении. Пополнение считается с 18.10. Ну, короче, это с сегодняшнего дня, да? То есть это надо было сперва крутануть, потом пополнить, ну и какой-то скин. Ну, давай попробуем. Если что, мне завтра за него прилетит тогда что-нибудь. Все, давай, уходи. Уходи, противный, ты мне не нужен. Так, давай разомнемся фрикейсами. Посмотрим, что даст фрикейсов. Гроска или что-то поинтереснее будет. Не, какая-то синька будет, синька, да? Эх, черт, ну что, до ножа не дотянул. Алоха за 6 рублей. Продаем, нафиг она нам не нужна. Алоха, он разъяренная толпа летает. Дважды мне уже выпадало с кейсов. Так, ну тут что? Это беда. Темное цветение. Шипа. А ну, нормально. Нормально. Нормально так, в принципе. Ну, как тогда, гроза за 370 мне выпала, я тоже в ахере был. Ну, походу, все, это все. Так, что, все, дальше не дашь. За 500 у меня нету, да? Типа, не настакалось еще, надо еще на 250 пополнять. Ну, хрен с тобой. Так, что у нас тут? Где наши, эх, любимые? А ну-ка, что, тут в сражениях есть кто сидит на ширпокейсах? О, кто-то сидит, давай его осмотрим. Давай сразимся. С Рамзесом 3-9. Ну, здорово, Рамзес 3-9. Че, давай, кто кого? Кто кого? Галиль Линова. Я, ну, спасибо тебе, Рамзес. Спасибо тебе, Рамзес. Так, а что еще? Есть там кто? Так, нет, сюда еще сражение. Есть там кто-нибудь? Так, еще на ширпокейсах кто-то есть. Ну, погнали. 6 рублей закинул. 5, а тут 5 получил с двух человек. Отличника. Так, эмочки. Ну, чья эмочка эмочней? Ну, моя просрала, да? Как старпер? Ну, все, пошли вы нахер. Не хочу с вами больше играть. Давай десятку откроем. Старпер какой-то меня уделал. Вообще неинтересно. Так, дезерт. Что, сочный дезерт? Не, говнище какое-то. Не сочный, ни хрена. Самое сочное выпало, наверное, с фрикейса, да? Все, что могло выпасть сочное сегодня, сегодня выпало с фрикейса. Пока не прет. Пока не прет. Уже подустал я, конечно, крутить эти ширпы. И тем не менее, все-таки, ну, цель была поставлена, значит. Значит, надо цели придерживаться. Так, пока что еще ни один у нас этот не окупился. Посмотрим, нам как карточки повезет. В погоне за ножом в карточках, да? О, револьвер. Револьвер. Ну, револьвер хоть что-то вкусненькое. Тут борода. Тут борода. Ну-ка, давай опять 6-5. Тоже борода. Не угадал. Так, ну-ка, если 4-3 мы попробуем. Вот, а револьвер я угадал. Смотри-ка. Давай 6-3 попробуем. Нет, не угадал. Хреновый из меня гадальщик.
Вообще угадывальщик. Ну, о, африканская сетка. Слушай, нормально. Африканская сетка окупилась. А так в основном, ну все, профукано, потрачено. Ладно, давай еще разок попробуем. Тактику, галактику нашу. Один, один, три. Так, амба карапузики, да? Была. Ну давай ты поскорее. Один, три, два, четыре. Ну, что ты думаешь? Падла, он что-то либо нож прятал, либо Франклина прятал. Но что-то однозначно прятал. Думал, видите, как долго. Ой, сайт, как же ты, блин, уже задолбал. Скрипт у тебя там. Вы хоть скрипт там свой сделайте, что понастройте, чтобы он побыстрее думал. Потому что это такое палево, как вы. Так, что там? Такое палево, когда он меняет это все там 5-1. Вот. Тут ничего интересного было. 6-2. Тоже как бы такое, такое себе. 1-4 теперь открываем. Нормально, да? 10. 1-4. Так, 2-5, значит, надо. Неварик. 2-5-3-6. Опять ножи, но не те. Но не те. Так, что там было у меня? 2-6, по-моему, было. Или что? Какой я открывал? 1-5, 2-6. А, 2-6 и 3-1, значит, вот так. Что-то тоже угадал, да? Вот, все. Что, 269 осталось. Давай крутанем. Не фартит сегодня. Сегодня прям... Ну, он мне, в принципе, насыпал за все эти сколько там. Может, завтра, конечно, что-нибудь он расщедрится и мне все-таки решит что-нибудь выдать. Но пока что, как видите, есть, конечно, периоды, когда он прям насыпает и насыпает отлично. А есть, когда вообще там полностью слив в ноль. Как вот, например, сегодня. Тут юспик, да? А хер-то, та же юспика не дашь. Вот ты сволочь. Вот ты гад. Ну, понимаю. Не знаю, может, здесь как-то зависит время открытия там, да? Цикличность. Я вот не понимаю. Ну, с утра, в принципе, он мне никогда не давал. Основное, когда он насыпал, то есть вот два раза, вот у меня, я помню, когда он хорошо прям так сыпал. Он, это вечернее время всегда было. Может, тут здесь какая-то тоже цикличность есть? Черт ее знает. Просто если это все... Ну, либо просто админ там по будильнику включает-выключает функцию раздачи. Ну, а либо может действительно искать. Ну, смотрите, вообще, сегодня, по-моему, у меня рекорд. Хотя, черт ее знает. Там все, ты все с этими рекордами. Может быть, рекорд по сливу. Па-пара-пам. Так, ну, тут барабас, балабас. Карабас, барабас, бля. Сегодня ни хрена. Ни хрена сегодня не дает, не дал. А, ну, с ширпа. Ой, из бесплатных кейсов дал там какую-то шляпу и все. Так, все, здесь мы уже подходим к концу. Ну, понятно уже. Сайт меня уже не мучает, сливает быстро. Говорит, иди ты нахер конкретно. Без всяких там этих рассусоливаний, да, то есть. Послал, так послал. Так, все, теперь что, 3. И 3 рубля еще там есть. И 3 рубля тут еще есть. Еще 3 этих. Так, что мы еще на плаву? Мы еще на плаву. Плывем. Пара-папам. Внутри-ка мы еще на плаву, да? Не, подожди, ну ты ж мне 9, 10, 10 дал. А, на 2 точно не хватит. Математик ты, блин. Математик. Тут должно же мне как-то там... Сколько? На 1-то хоть выпасть там, да? На 1. Ох ты. Дотянул. Сейчас, прикиньте, нож выпадет. Сейчас на ножик там. Пух. Не, не нож. Какая-то вот эта беда. Ну вот сейчас, значит, нож выпадет. Вот сейчас выпадет нож. То есть он не падал 28 выпусков, то есть не падал. Но вот сейчас выпадет. Тоже не хочешь, да, нож давать. Вот, ну то значит сейчас выпадет нож. Что делать?
Ну, тут уже вариантов-то не осталось, да, потому что... А, да, что, даже так, в общем, все. Все, сайт меня сегодня слил, давайте глянем, что у нас там сегодня выпало что? О, подожди, а, тут же доступный для продажи. Недоступный для продажи. А я что, это говно не продал, что ли? Ну-ка, давай продадим. Давай вот это продадим. Сколько тут получается? 5,57, не дотягивает. Ну, сегодня мне выпал только вот этот вот. За 73 рубля. Все. То есть сегодня мне выпал только вот этот скинчик. Вот, это единственное, что сегодня было приличное. Если учесть, что мне за... Так, за вчера, позавчера мне выпала вот эта вот линейка. Вот за 2 дня. Вот отсюда вот под... Вот это вот... Вот это вот все, блин, выпало. Вот эти 4, вот этот ряд. Сколько я тут скинул, да? То есть за 2 дня выпало. Вот. То сегодня выпало только вот это. Ну, тут сами думайте, как, какие здесь шансы там, да? Так, на сколько это все у нас? На 3,456. Ну, 3,460 там, да? 3,4. Я вчера подсчитывал свой этот, сколько вообще выпало. То есть у меня примерно скинов на 4000 в аккаунте сейчас стимовском находится на профиле. И здесь вот на 3,400. То есть, по сути, завтра будет 30-й день, если учитывать, что по 250 рублей каждый раз я вкидывал. То есть, это будет завтра 7,5 тысяч, как я потрачу на ширпокейсы. И здесь вот на 3,400 и там на 4 тысячи. То есть, это примерно, ну, я в нулине, получается. Я в нулине, то есть, все будет зависеть от того, как завтра мне выдадут, что завтра выдадут контракты. Потому что я черт его знает, что там завтра будет, как он вообще сайт раздуплится, не раздуплится, потому что... Можно, в принципе, что-то сочное вырубить там, да, а можно и писей по губам там может поводить, короче, тебе. Вот, даст понюхать только. Поэтому не знаю, как там, что будет обстоять завтра, как будут обстоять дела. Вот, ну, если учесть, что я еще сколько делал контрактов неудачных, когда он меня просто брил там, да, то я в любом случае, ну, я в плюсе. То есть, если бы не продавались там вот скины, которые там вот эти вот по 40 рублей там падают, если бы они не продавались, они просто копились, выводились там, да, чтобы там на торговой площадке продавать, то, естественно, я бы был, наверное, ну, в плюсе еще даже. Я не знаю комиссию торговых площадок, никогда этим не занимался. То есть, ну, скорее всего, то есть, был бы в плюсе только, но не в большом. Вот. Ребят, тем, кто досмотрел до конца, огромный респект, лайк и уважуха, да? То есть, вам же также напоминаю, что подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, пишите ваши промокоды. Сегодня вот я промокод на 35% использовал, там у меня уже поставщик 40% кодов, я все твои кода уже заюзал, то есть я там не знаю, сколько там тебе денег с этого перепало, то есть, ну, спасибо тебе, что ты периодически их мне там, даже не периодически, постоянно там скидываешь, там у тебя только 35% остались. Завтра я еще заюзаю, если мне никто из подписчиков там не скинет там, да, потому что, ребята, не надо мне писать, что вот промокод там на 50, на 60, там на 100% активации, да, потому что я когда активирую, там все пишется, насколько этот промокод. Если вы будете обманывать, то я ваши промокоды вот таким образом не буду заводить. То есть вы можете просто спокойно написать, что это промокод на 30%, я его введу, то есть попросить, чтобы я его активировал. Я неоднократно уже подписчикам это делал, поэтому, да даже не подписчикам, просто из комментариев брал коды и активировал людей, которых об этом просили. Поэтому если вы врете, то извините, я ваши промокоды активировать не буду. Вот, ладно, ребят, на все, я с вами на этом прощаюсь. Увидимся завтра. Завтра ждет нас сочный выигрыш, там, розыгрыш там. Поэтому все, давайте держим пальчики вверх, ставим колокольчики, ставим лайки, пишем комментарии. Всем пока, до новых встреч.